Сәлем алейкум, бүгін ноябрьнің 15-ші жұма күні эфирде нәтиже программасы студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Русияның Женеве арби мәхкемесі Бақшысарайда тұтылып терроризмде қабатланған қырым татарларының давасына бақы башлады. Қанунсыз абсте тұтылған Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев, Эрнес Аметов, Сервер Зикирияев, Эдем Смаилов, Сиран Салиев и Тимур Ибрагимов. Кехол тұтмақ үшін Ростов-на-Дону шеріне юзге ақын ватандашымыз барды. Олар арасында мабуслерінің ұмыр арқадашылары ве балалары. Олар мабуслерінің ресімлерінен футболкалар кейді. Адвокатлар айтқанына көре, тақиқат мабуслерінің терроризмге аляқасы олғанны таздықлаған ичбір делил тапмаған. Мабуслер, 2 елдан берілі апсханеде тұтыла. Невбетеке махкеме топлашығы ноябрьнің 19-ында кешірілежек. Суд формально пытается подойти к этому вопросу, не хочет слушать такого политического характера речи ребят, потому что они, конечно, затрагивают и ситуацию в Крыму, и ситуацию с Украиной. Суд не хочет в это влазить и пытается сухо юридические моменты рассмотреть. Однако ребята, понимая, почему эти процессы проходят, почему их преследуют, они как бы задевают и пытаются рассказать про все моменты. Они как бы не подавлены, ребята очень активно настроены отстаивать свою невиновность. Очень, конечно же, обрадовались большому количеству родственников, друзей, которые приехали поддержать их. Джепаров, Риза ве Энвер Умеровлар сизуда кележек сене февральның 5-не қадар қалдырылды. Қырымның юқары рус махкемесі адвокатлары берген шикеетлеріна кері қайтарды. Адвокатлар айтқанына көре мабуслерінің сағылығы феналашқанны біле махкемеджелер қоз оғыне алмаған. Не принято внимание, во внимание были все основные доводы, которые уже неоднократно нами излагались, в том числе и вот при даче вот подобных интервью. Отдельно хотел обратить внимание, что у моего подзащитного Амирова Энвера Викторовича есть достаточно тяжелое заболевание крайней четвертой стадии. Сведения судами во внимание не принимаются. Со своей стороны я подал ходатайство в отношении следователя, вернее, в адрес следователя, чтобы было проведено соответствующее медосвидетельствование. Құрымның юқары рус махкемесі Алуштада тұтылып, Хизбу Тахрирге аляқасы бар деп қабатланған Руслан Нагаев ве Ленур Халиловның шикеетлеріні бақып қайтарды. Адвокатлар олар азат етілмесіні талап еткен. Қабатлайжы тараф есе қаршы чықты. Сан кедерсін мабуслер азат етілсе тақиқаттан сақлана біле. В апелляционной инстанции мой подзащитный Нагаев выступил, ему дали последнее слово, выступил, значит, указывал о том, что он не согласен с этим обвинением, говорил о том, что данные действия направлены на то, чтобы он покинул территорию Республики Крым. Высказал также, что никуда он не собирается уезжать, что не согласен и с обвинением, и со всеми этими действиями, которые совершаются органами власти. В принципе, все было штатно. Не будучи террористами, их осуждают. Из-за этого вот приехали поддержать. Джимат, не оставайтесь в стороне, это может каждого коснуться. Иншаллах, Аллах Таля. Всем заключенным пускай даст сабр. Иншаллах, мы должны объединяться, потому что Аллах Таля говорит, кто будет, иншаллах, за своего брата переживать, Аллах Таля, иншаллах, укрепит нас. Қырым резолюциясы Бірлешке Милетлерінің 3-ші комитеті ішгәлшілерінің Қырымда япқан ақсыздылықларына тақбих еткен резолюция лейхасына қабыл етті. Кечкен сені олғаны күбі лейхаға 67 девлет темсілжесі. Олар арасында Америка Бірлешкен девлетлері, Канада ве Европа Бірлігі девлетлері қол тұтты. Қаршы олғанларының сайысы Экселген. Кремльнің тарафдарлары сырасындан кім четлешкені левқамызда тариф етіле. Тунжи ел бу күнлері Бірлешкен Милетлерінің 3-ші комитетінде Қырым ақында сөз жүрсетілі. Русиге ер ел оның ұжғалжи сиясетінің ақыбетлеріні көстерелер, ойыр елісе кормемізлікке ұра. Мені шкода, що через 12 місяців після розгляду останньої резолюції в 3-му комітеті я мушу повторювати про зловживання, вбивства, тортури, сексуальне насилля, арешти, насильницькі зникнення, переслідування журналістів і правозахисників. Бундан ғайры ярымадада инсан ақларынен бағлы вазиет ел-елдан феналаша. Кількість рейдів, спрямованих проти кримських татар, виросла вдвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і в 5 разів порівняно з першим місяцем 2016-го.
Россия режимы не бойсун маганларны коркозып, ярымададан качмак мечбуретелер. Айны заманда Кырымны арби базага чывырып, руселелерны максус кучырып ерлештерелер. Дорт ел дивамында ярымадага 140 бин рус ватандаши кочып келді. Непропустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму. Бірлішкен мілітлер резолюція СНДА бірінші сефер Кырымнын демографик вазиетнын денештіруіні қайдетелер. Бундан ғайры Русия онын жғаліне қаршы чықып, сәсім абуслерні азат әтмеге талап әткенлерні бірден террор жиолара қадландыра. Резолюцияға жевап олара кемілетлері адет үзре ялан айтмаға веті жавузыны көстірмеге башлады. Я не буду комментировать бред о якобы имеющих место массовых нарушениях прав человека в Крыму, которые наши украинские коллеги включили в этот проект. У своей заяве він назвав доповідь Генсека з даного питання бредом. Мушу сказати, що це крайній прояв неповаги до нашої організації і особисто до генерального секретаря. Бусифер резолюция моели флеры срасында 40 мемлекет. Нәтиҗеде она кичкен елкибы 67 девлет кол тутты. 23 девлет каршы чыкты. Кичкен сефер бойлекибы резолюцияга 26 мемлекет каршы еді. Русиянен савдаш олган лагерден Боливия, Озбекистан, Веджанюби, Африка джумхуриеты чыкты. Елның сонуна кадар ишгалетелген Кырымда инсанаклары бозувлары боюнча янартылган резолюцияга Бирлешкен Милетлернин баш ассамблеясы рей бермек керек. Келечекте бу весяка Украинага халкара махкемелерде Русияге баскы этмек үчүн ярдым эте беле. Анна Макаренко, Заман, АТР. Кырымдын мемури сыңарында яңартылган чоңгар ве каланчак сыңар кечишлери ишке түшүрүлдү. Инсан эмди арабаларына кечири башладылар. Бөлелекнен абалаштыруунун биринчи басамагы якунленди. Кошма шымдылек тибби жардам беруу меркези ве новая почта бөлүгү чалышы башталган. Декабрдан 20-ге кадар эки кечиште де мемури кызметтер беруу меркездери, автостанция, ана бала удасы ачылмалы ишлер девам эте. Лейхамелге кечирилмеси үчүн бюджеттен 100 миллиондан зияде пара айрылды. Айтқанына көре, бұл құрылышылар вақтын же қырмазат етілген соң бұл құрылышылар алынажақ. Два чудових нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які, я переконаний, і це моя позиція, я її не приховую, допоможуть нам повертати не лише тимчасово окуповані території, а тимчасово окупованих людей, які будуть приїжджати і бачити, що Україна змінюється, Україна розвивається, Україна спрямовує свої зусилля як держава на потреби людей. На даний момент на обновлених КПВВ Каланчак і Чангар есть все условия для того, чтобы граждане Украины комфортно проходили административную границу, а также созданы условия для всех служащих, которые работают на КПВВ Чангар и Каланчак. Нарман Дюртлиганын Корышевы Парижде декабрынын 9-ында кечирилмеси козде тутула. Буну Франкистан президентинин мемориеты билдирди. Украина президентинин офисинде бу маалыматты таздыкладылар. Парижде Украина, Русия, Франкистан президентлери ве Алмания канцлери корошмели. Соңки кере лидерлер 2016 сенеси декабрь айында корошуп, Донбасста жең токтотулууна мозакере эткен эдилер. Харьков жыбарындаки Балаклияда кенеде арбилер, арби анбарларда силя едеклері патлады. 6 арби яраланган, олардан 3-ү агыр яралы, 2 арби эляк болганы билдирилди. Мудафан азирлигинде эсе вазиет незарет алтында дейлер. Кайд эткенлерине көре арбилер ери деңиштирилмеси хафлы болган патлайжыларына жок эте экенлер. Про информация маломістна території центральної товариської бази забезпечення боєприпасами. Вона контрольована та безпечна, і місцевим мешканцям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховище боєприпасів у безпеці. До часу, на жаль, крім тих 4 військовослужбовців, які поранення отримали числа цих саперів, які здійснювали планові ці роботи, надійшла інформація, на жаль, про 2 загиблих. Балаклияда патлаулар биринчи кере олмай. 2 жыл эвелси арби едеклерде анбарларда буюк янгын нетижесинде едеклеринин чокусу жок этилген эди. О вакыт комшу кой ве шаарлардан тахминен 20 миң инсан тахлия этилди. Каза нетижесинде 1 ерли сакин эляк болду, 3-ү яраланган эди. О вакыттаки патлаулар дебилетке тахминен 1 миллиард долларлык зарар кетирди.
Укумдар фракция Сандан и депутат Чхаралда Эндолар фракция Дан Тышчал Шиджахлар Санки Улар Фархар Асанда Уми позиция Тутмага Англашмана Бозганлар Раданан Буафтанан Сонки Уш Ишкунада Ненен Бельгленгена Канда и в Бетекелев Хамас. Сабау тұрышы 20 дақаға кеч қалы башланды. Чүнки слуга народа фракциясының айры топлашуы кечейді. Бұ себептен мухалифет оларны жезаламаға талап еті. Всі старі, як вони нас називають, депутати, прийшли вчасно. Ми просимо сьогодні вирахувати гроші за зарплату всіх слуг і перерахувати її на ЮНІСЕФ, на дитячі потреби. Дякую. Бұ вақыт слуга народа фракциясы үкі депутатны осыраларындан чықарды. Антон Поляков, Веганна Скороход. Туневы, но трибунаға чықы пост фракциясыны басқы япқанында қаба атлады. Оның айтқанына көре, о базы қанун лихасына Виарыча топрақ базары бойынша қанунға арай бермегені үчін оның ақайы Олексей Алякинны тұттылар. Шымды есе оны ата қорқозмаға башладылар. Бұндан ғары ос фракциясыны 5-ер бин доллар тарқатуында қаба атлай. У нас же там шли угрозы, что вот будут зачистки, еще пара 15 человек, насколько я знаю, Давид Арахамия вчера заявил. А от меня, вы знаете, смотря на всю эту вообще ситуацию, у меня постает вопрос, а может это Давида Арахамию надо исключить за то, что он вообще не умеет управлять фракцией, и то, что они устраивают во фракции, это полный балаган. Если фракция решает выносит свои решения единогласно, то, наверное, это должны решать не 5, не 7, не 6, не 10 человек. Антон Поляковнын фікріне көре, о баш прокурор Руслан Рябашапканы тенкетіт пона қаршы имзаларны топлаганы чун фракциясындан чықарылған. О да пара тарқатувы ақында білдіре, лякин адларны ачықламай. Мне действительно некоторые из депутатов признали, что да, раздавали. Вроде как по 5000 долларов, а руководителям подфракционных групп, там, соответственно, больше там, или в два, или в три раза. Вам відомо, хто це роздавав? Деньги? Да. Ну, вроде как, у нас же подфракционные группы 15 глав, и вот все по пирамидке. Фракцияның либерлігі білдіргеніне көре депутатларының ортақ позициясы ақында анлашмаларны бозғанлары үчін чықардылар. Айры жаулар фракция үчін мойым қанунларға рей бермеді. Что касается принциповых питань, це якраз на то вони так і називаються принципові. Тому що ти можеш там підтримати там 10 якихось дрібних, але принципове питання, яке визначає дійсно політику в країні, майбутнє країни, ну це якраз те, що тут ти маєш вирішувати, або ти підтримуєш таку політику, або не підтримуєш. Якщо ти не підтримуєш таку політику, то ну нащо тоді ти в цій фракції? Це було зроблено у зв'язку з систематичною непідтримкою наших законодавчих ініціатив. Слуга народанын да бертемсилчиси Ирина Варыщук девлет бюджетнын лейхасыны тенкыт этип парламенты назирлер шурасы темсилчиси вазифесинден ваз кечти. Аризаны баш назир эле сөз тапыштырып оламаганындан язды. Келечекте фракцияда чатышмалардан качынмак үчүн ата этик кодексни ишлеп чыгардылар. Мы домовились на фракции разработать кодекс, разработать положение, разработать этичный кодекс, дабы мы разумели, что порушение такого положения приведет до втраты мандату або до выхода с фракции. Чыгарылган депутатларнын экиси де мажоритар. Шымды фракциядан тыш олачак. Слуга народа да эсе 250 киши кала. Олена Стычук, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Граффити япқан исиянжи қырым татар қызы бұл Украинада чықарылған комедияның баш қараманы оның ады Алиге Ось табиатынен қырым Тимсали олы. Киев жеварында яңы сериалының чекімлері девамете чекім мейданында мұғберлерімізде олды. Чафтадан стартаперы деген яшлар юмористик сериалының чекілуы сонуна келе. Шымдылик ісе чекі мейданында операторлар камераларны сазмалап, гримеркада ісе актерлар азырлана. Чекімлерге бір қачда қақылғанда сон репетиция. Репетициядан сон чекішлер башлана. Правки. Видно, что вспоминаете текст. Петя.
Ты не встаешь. Мында алты баш караман. Сюжетке көре оларнын Украинада IT-стартап башлатмага фикры пейда алды. Лякин бырдын гайсыны биджирип оламайлар. Бойлиликнин ось хаталарында угленып, теслим олмайлар. У нас молодежная комедия, в которой мы доносим важные месседжи, что бизнес в Украине можно делать, что это легко, что это возможно. И показываем, какие конкретно шаги нужно делать, какие ошибки могут допускаться. Баш караманлардан бары Карым Татар Алие. Онын ролюны актер Анастасия Капинус ижырайты. Сериалда о диварларда ресимлерны япкан Исянжи кыз. Чокычки янықлар олган кыз, ана бабасы или сестапышы пуламай. Это человек искусства, человек такой достаточно пробивной, сильный, характерный, со стержнем внутри, тем не менее она борется с какими-то проблемами, предрассудками. В семье у нее достаточно строгий уклад, но она идет против системы, и она хочет заниматься тем, вот, что ей суждено. Конечно же, определенные вещи очень похожи с моим характером. И то, что я могу, допустим, говорить прямо, и то, что я дружила всегда с мальчиками, тоже очень много. І зараз теж дружу і общаюся з мальчиками. Ось на цьому муралі зображена кримська татарка, головна героїня серіалу «Стартапер». Він став декорацією до зйомок фільму. Бұл сімнісі ківрі самы Виталий Гидеван япты. Оның әтханына көре ісенджі қызның сүретіні толу сынын ақсатмеге тірішқан. Сам портрет, он сделан такий угловатым, он такой какой-то, в нього нету такой мягкости, он такими серыми, темными цветами, и тоже у него есть переход к мягким цветам. То есть есть какой-то в этом резонанс. То есть это не обычный портрет, который сделан там карандашом или какими-то обычными классическими техниками. То есть в этом, я считаю, есть какой-то уличный дух. Фильмчикымлеры бір қач автодан екенлені джек. Ләкін премьера тахминен ярым елдан әнді екейбен егірмі сенесі тағдимы тілі джек. Виктория Козуба, Саныминов, Заман, АТР. Олимпиадаға азырланов вес спортшыларының музбет тарзылары. Буақта геншілер вес спорт назерлігінің ел басшылары келеджектіне Японияда кечірілежек Олимпиадада Украинаны темсілетіжек спортшыларынен корошов кечірді. Олар ең мерақыланған суалеры ве проблемлеріні сеслендірді. Буақта Левхамас. Мұждорт олимпия спортшысы ве оларның идманчылары генч ве яшлар мединет назерлігі темсіджілерінен корышты. Олар 32-й олимпия ойынларына Украина тақымының азырлықларына мұзакере етті. Олимпия ойынлары келеджек сене июль айында Токиода башлайжақ. Дүния чемпионы Олег Верняев спорт гимнастикасынен енді 20 елдан берле оғыраша. Яз олимпия ойынларына программаны да бір елі велсі азырламаға башлады. Ярдым баделеріне пек ишанмай. Бірінжіден яна акиметтен ақиқ Обещают поддержку, финансирование. Посмотрим реконструкции залов. Спорт полностью запущен. Все очень проблемно. Медицина, оборудование, залы. С этим все очень плохо на самом деле. Все такое совдеповское, старое. Байдаркада күрек чеку в бойынша Европа чемпионы Мария Кичасова Скорик Шуранин Мемнюн. Кызнын айтканына көре, бокабы топлашулар олимпия спортшыларына не керек олганына аңламақ үчін мұйым. Чүнке бір чоқ шейде тек озының күчілеріне ишанмақ лязим ола. Мы должны быть первыми, кто высказывает свою точку зрения и рассказывает про свои нужды. Экипировка тоже несовершенная. То есть мы все равно докупаем, влаживаем свои деньги, влаживаем свои силы для того, чтобы выглядеть даже на мировой арене лучше. Крым-татар спортшысы Ленур Тимиров шыраға бармады. О, пек межгуль. Эр кунь учкере идманларнен оғыраша. О, зойчын буюк мақсат белгеледі. Айтқанына көре, акимет шубесы спортшыларға ярдым ве дестек етмелі. О, вақыт нетижелі. У меня самая большая цель, это как у любого спортсмена, занимающегося не меньше 10-15 лет спортом, это Олимпийские игры. И будем стараться всеми силами пробовать стремиться взять золото. На данный момент я живу в Крыму и постоянно ездил туда-сюда. И если, допустим, была бы какая-нибудь возможность здесь где-нибудь жить, и все такое крыша над головой, как говорится, то можно было подумать о том, чтобы хорошо подготовиться и здесь находиться и тренироваться. Яз олимпия ойынларына бір елдан аз қала. Шу себептен украин спортшылары шымды жидди азырлық көре. Олар 170-ке яқын лицензия алды. Ве шымды оларның таздықланмасы үчін фуаль шекелде чалышалар. Надия Михайлова, Сямпинка, Заман АТР.
Будақадане түже программасы сумына етепіңіз ге қайырлақ шымлар вер атлық күнлеріңіз түнш кечмесіна тілейім. Атырденесе айрылманыз көрішкенже.